Наш эфир мы начинаем со статистики потерь армии оккупантов в Украине. Внимание на экран. Вот такими цифрами поделился с нами Генеральный штаб Украины о потерях российской армии за 353 дня полномасштабного наступления. Личный состав потери Российской Федерации увеличились за последние сутки. Сегодня становится 136 880 человек. Переходим к технике. РСЗО 463 единицы потерял враг, артиллерийских систем 2270 единиц. Продолжают список: вертолеты 286, самолеты 295, беспилотники 1997 и уничтожено 857 крылатых ракет. Далее по списку. Средств ПВО врага уничтожено 234 единицы, автомобильной техники 5134 единицы, специальной техники 214 единиц. Посмотрим, как изменились цифры по боевым бронированным машинам. 6474 единицы уже уничтожены, 3267 танков утилизировано. Ну и переходим к катерам и кораблям. 18 единиц, среди которых и легендарный в армии оккупанта крейсер «Москва». Ну да, для оккупантов он был легендарным, для нас оказался легкой добычей и вполне себе уязвимой мишенью. Слава Украине! Героям слава!